точный сильный удар пропустил сейчас Питер. Да, он чудом устоял на ногах. Посмотрите на его глаза. Он почувствовал, ему тяжело. Он пропустил очень сильный удар. И в свои 34 года, вы абсолютно правы, Владимир достиг пика своей формы. Именно вот последние 3 года мы видим, как он прибавляет. Блин, извините, пожалуйста, уважаемые телезрители, слов. Да, я просто так сильно переживаю, и мне это очень нравится, всего лишь второй раунд, а сколько уже пропущенных ударов